Всем привет! Ура, ура! Наконец-то я могу получить, распаковать и показать вам подарочек, который я получила от Леры Forever Addict. Девочки, я очень долго ждала этой распаковки, ничем не пользовалась, хотя я, честно говоря, вам подглядела, что там есть. Но сейчас мы это все откроем, и самое главное, что я смогу наконец-то начать всем этим пользоваться. Вот такой вот наборчик я получила от Леры на свой день рождения. К сожалению, на свой день рождения я заболела короной, поэтому пришлось ждать время карантина, а потом мы не могли встретиться, а потом началась война, и я не могла заснять этот подарочек, и наконец-то я могу его заснять. Огромное-преогромное тебе спасибо, боже, какая красота. Единственное, что, может быть, конфетки немножко, как говорится, упали вниз, так как эта коробочка стояла вертикально, но, как видите, мы ничего не скушали. Даже вкусняшки ждут съемки ролика. Давайте же открывать и рассматривать, потому что у меня, честно говоря, даже, я не знаю, как я сдержалась все это время, да, даже не попробовать продукты, а все потому, что я хотела поделиться с вами этой радостью. Кстати говоря, ленточку я также обязательно сохраню, она пойдет для моих вязаных игрушек, и также корзинка очень будет удобна для хранения моих вязаных игрушек. Это мое такое периодическое хобби. Но давайте же рассматривать, сейчас я открою пакет, а то мы будем шуршать. Начну вот с таких вот вкусняшек. Я думала, что они отличаются только цветом, а оказывается, что нет. Смотрите, на каждой вкусняшке своя мордашка. Смотрите, какая красота. Я так понимаю, что там какие-то или орешки, или что-то такие хлопья в бело-коричневом шоколаде. И вот тоже мы здесь видим все разные, приразные мордашки. Ой, мои дети будут довольны. Мы сейчас с удовольствием это все скушаем. Конфетки сосательные, такие более твердые, положу в сумку. Да, на тот случай, когда будем гулять. И надо будет что-то такое вкусненькое перекусить. Ну, начнем с первого. Glam Glow Bright Matte. А, это, по-моему, грязевая маска. Ух ты, вот такое интересное, кстати, смотрите, какая картоночка такая. Так красиво все сделано, обалденно. У меня был продукт тоже, какое-то средство от Glam Glow, тоже такая масочка, но не грязевая. Также подарочек от Леры. Смотрите, какой тюбик, боже, оно все блестит, все сверкает. Обалденно. Честно говоря, не знаю еще, как этим пользоваться. Потом я все почитаю. Запечатанное. Обязательно в каком-то влоге мы с вами попробуем. Следующая вот такая вот огроменная бутылка. Так, я не сказала, сколько в маске. Так, масочки у нас, девочки, 65 грамм. То есть это огромная маска. Следующий огроменный вот такой вот продукт. Аж 200 миллилитров. Так, а что это у нас такая интересная фирма? Вот так вот она называется. На французском, я так понимаю. И это средство для снятия макияжа с глаз. Опа-на. И очень написано нежное. Вот это надо будет нам попробовать. Это как раз будет к месту. Вот интересно, насколько класс она снимает тоже и тушь. С удовольствием попробую. Она такая, смотрите, как с пузыречками там внутри. Такая более как гелеобразная. Вот я наклоняю ее, да. Не как водичка, а такое как бы немного более гелеобразное. Очень прикольная штучка. Обязательно также с вами протестируем. И обязательно дам вам свой отзыв. Или в пустышках, или в одном из влогов. Вау! Следующий идет ароматик от фирмы Jade. Icon Roses. Тут у нас 50 миллилитров. Боже, какая красота! Честно говоря, я еще даже не распечатала ароматы, которые Лера мне подарила на прошлый день рождения, так у меня были проблемы с обонянием. Но в этом году, слава богу, на обоняние мое это не повлияло. Поэтому можем распаковать и открыть. Я знаю, что мне Лера как-то дарила отливантик от фирмы GT. И я сказала, что Лера очень приятный аромат. Но, к сожалению, я не помню. Опа, смотрите, какая красота. К сожалению, я не помню, или это точно этот аромат, или это какой-то другой. Так как вы знаете, что есть такие ароматики, которые, да, если вам понравился аромат одной фирмы с определенной линейки, это вам не гарантирует, что вам понравятся все ароматы от этой фирмы и этой линейки. Поэтому надо тестировать. Вот я не помню, или это тоже самый аромат, или это совершенно другой. Лера, напиши мне, подскажи. Ой, как приятно он пахнет. Вот даже с крышечки не распыляя, я слышу какой-то приятный аромат. Все,
Сегодня я знаю, какой аромат мы будем использовать. И также я дам свой отзыв о нем в моем влоге. Заходите, смотрите мои вложки. Я делаю коротенькие влоги. Вот, это собираю не больше 10 минут. Приходите, смотрите. Там есть всего по чуть-чуть. И на десерт. Вау, как давно у меня не было помады от Lancôme. Ой, очень много лет. Так как у меня есть куча других помад. А это, смотрите, какая красивая. В названии Ruby Cream. Номер 274. Ой, как красиво. Спасибо тебе огромное. Ой, моему счастью нет предела. Вау, смотрите, какой красивый тюбичек. Боже, как красиво. Смотрите. Сам тюбичек, я говорю, только чего стоит, да? Какая красотень. Огромное тебе спасибо. Ну и, честно говоря, я подсмотрела уже цвет. И вот, ой, подождите, как оно открывается. А, вот, все, через верх. Это у меня такой первый тюбик. У меня, по-моему, таких тюбиков еще никогда не было. Что вот так вот открывались. И смотрите, какая красота. Во-первых, какой цвет. Обалденный. Кстати говоря, когда я его открывала на солнце, он мне казался более рыжим. А тут он выглядит, знаете, вот такой вот, как кофе с молоком, что ли. Вот такой вот. Ой, посмотрите, какая красота. Даже надо было вот так вот его вырезать, да, выгравировать. Ой, прелесть, прелесть. Аж прям жалко свочить, но я знаю, что я буду пользоваться. Так как от Lancôme у меня помад нет, давайте сделаем свочик. И все-таки надо будет мне... Вау, как красиво! Как кремово! Обалденно! Мягенькая, кремовая. По-моему, даже у нее есть легкий-легкий аромат, если я не ошибаюсь. Она очень кремовая, девочки. Или жарко, или это вот такая вот кремовая консистенция. Вот смотрите, сколько уже стерлась. Ой, даже жалко вот красить, вот, да, вот с этой стороны, где вот столько граней. Наверное, я буду сегодня тоже накрашусь ей. Я еще сегодня не красилась. Так что у меня сегодня будут обновки. Я сегодня накрашусь помадкой от Lancôme, попшикой с духами от GD, GD, как вам нравится, Roses. И вечером помою косметику вот этой вот новой жидкостью, чтобы все протестировать. Может быть, если будет возможность и время, еще и протестирую масочку от Glam Glow. Вау, еще раз говорю, Лера, огромное, преогромное тебе спасибо. Мне это все очень приятно. Моим радости нет предела. А вы, пожалуйста, заходите, переходите на канал Леры. Внизу я оставлю вам ссылочку. У нее много всего интересного, как и влоги, так и инвентаризация косметики. Также разные проекты. Заходите, смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. А я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.